from my exes when they want a second chance. Спорим. А, ну чё, братан, легко тебе? Саша, дай мне, пожалуйста, пароль от своего телефона. Нет. Саша, тут девочки в клуб позвали, я пойду? Нет. Да-да-да, мы скоро приедем. Саш, можно я поведу, пожалуйста? Нет. Может быть, сегодня ко мне и... Нет. Смотрите, это та самая квартира, о которой я рассказывал. Классно, да? Евроремонт, все под стиль, это барокко. Мне что-то не очень нравится. Да, нормально. Здесь все необходимые техника есть. Холодильник. Вот, посмотрите. А нет, лучше не смотрите. Дальше. Это разделочный стол. Алло, да? Да-да-да, я сейчас одним лохом квартиру продаю. Это вы про нас? Нет, не про вас, нет. Они что-то уже заподозрили. Отключаются. Пройдемте в другую комнату, я вам покажу. Да, конечно. А это кто? А теперь пройдемте здесь логово разврата. Смотрите, да, ты свою тёлку можешь так отхерачить. Кажется, он какой-то маньяк. Пойдем отсюда. Он сказал, я там так смогу отхерачить. Саш! Пойдем. Ну что, вы будете брать квартиру? Нет. Тогда берем. Где да? Договор написать? Да. Резать еще. Короче, пофиг, возьму дождик. Что ты сегодня хочешь? Значит, я хочу сделать утку и салат. Для этого надо... О, мне кажется, мне это очень круто подходит. Зай, я нашла вещи под твои красивые карие глаза. Блин, телефон что ли дома оставил? Да, да, малышка, взял. Взял. Да, да. Все взял. Все взял. Ты такая умная. Алло, пацаны, может пиво пойдем попьем? Делать совсем нечего. Блин, Маш, давай быстрее, пожалуйста, я так устал. Устал? Устал. Мы сегодня с Сашей решили пройтись по самым дорогим магазинам Москвы. Саш, а нам хватит на две кофточки? Нет. Почему? Потому что ты каждую свою историю записываешь в разные кофточки. Я не успеваю столько зарабатывать, сколько тебе нужно тратить. Мы сегодня с Сашей решили, что мы будем правильно питаться. Сука! Они забыли большую картошку еще положить. А мне положили. Я так рада, мне Саша подарил кучу айфонов. А зачем тебе нужны были коробки? Парень дарит, я чё, кушать, что ли? Голову даду упаду. Блять, ну слушай, может быть ты похудеешь уже наконец-то? Я так себе спину подару. Слушай, надо
так круто с тобой, давай. Давай всегда будем друзьями. Блин, я хочу такую фотку, где за руки держишься. Давай сделаем, пожалуйста. Да, конечно, мы же друзья. Что мои походу красные, детка, я завязал. Саш, у меня лифчик не застегивается, поможешь? Да, хорошо, мы же друзья. Саш, тут Маринка позвонила, на день рождения пригласила. Ты все парами пойдут? Давай вместе. Да, конечно, мы же друзья. Эй, ребят! Погоди-ка, да вы же встречаетесь, да? Да просто она хотела отношений, не знала с кем, предложила мне, ну, а я не смог отказать, мы же друзья. Говоря, пошел с ней по магазину. Пускает женский разводняк, что все будет очень-очень быстро. Затем мы ходим в поисках нужного магазина, потому что она не может определиться. Начинаю подрабатывать консультантом на полставки. Меня увольняют. Я назначаюсь вешалкой. Потом я выступаю в роли жюри. Объективного, честного, знающего толк в моде жюри. Потом выслушиваю нытье, что это не подходит и это не подходит. Пытаюсь успокоить. Потом уговариваю пойти что-то и купить все-таки. Она соглашается. Но типа только если я этого очень хочу. Я оплачиваю, а довольная женщина уже ждет на выходе. Девушка, девушка, а можно с вами познакомиться? Ой, слушай, как раз у меня селфи не получается. Может, ты меня сфоткаешь на фоне Сити? А, не-не-не, такое уже было. Еще одну инстаграмщицу я не вывезу. Ну и ладно. Зайди в инстаграм, я там. А у вас счет на 2000, как будете оплачивать? Ну, как пополам, наверное. Пополам? Аня, у тебя есть жвачка? Да, есть, но только половина. Половина? Половина. Читал книгу, а ты чего, где остановилась? Слушай, я только наполовине. Половина? Половина моя, половина моя, половина моя, половина. Возьми его полностью. Я могу только наполовину. Половина? Она в ярко-красном платье, все внимание на ней. Невероятно танцы тает, словно карамель. Она сочная. Откуда ты тут взялась? Классный шорт. Просто я ее люблю. Я ее люблю. Конец истории совсем не грустный. Ведь чай остался такой же вкусный. Я ее люблю. Слышь, что пялишься? Под ноги бы лучше смотрел. Идиот. Как хорошо, что я тебя себя привела. Ага, ну-ну. Чё сидишь, ты делай давай. А? Чё? Эй, толстый! Эй, толстый! Ну ладно, ты выиграл. Эй, толстый! Эй, толстый! Ловила лавину наполовину, моя половина. Ты Нина, а кого это ты лайкаешь? А, это подруга. Подруга? Прикрыты за спинами. Ну вот едем мы туда, что мы ей подарим? Ты на эту блондинку засмотрелся? Нет, я вот подарок уже выбрал. Ну-ну. Ты чё это мы улыбимся? С его самкой заигрывал? Там вообще-то официант. Ну-ну. Алло, да-да-да, хорошо, скоро приеду. Я тебя сейчас приеду.